Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы делаем свой репортаж со станицы Гастагаевской, улицы Пирогова, 31А, где у нас скоро заедут в этот дом новые жильцы. Они принимают его, дом полностью готовый. Это у нас визуально дом 106 квадратных метров, выложен в кирпиче. Что мы сделали внутри, можем посмотреть с вами вместе. Давайте посмотрим. При входе мы сразу попадаем с вами в вот такую прихожую. Она выполнена полностью в светлом тонах, подобрана специально хозяйкой такая вот плиточка. Вроде получилось даже неплохо. Дальше у нас что здесь? Комната получается для гостей на первом этаже. Такая уютная. Цвета также клиент подобрал полностью свои, под себя, ламинат и весь как бы ремонт захотел сделать полностью под свой вкус. Пойдемте дальше посмотрим. Дальше также у нас на первом этаже имеется вот такой прекрасный санузел. Тоже выполнен интересно со вкусом. Здесь рассчитано под душевую кабинку, санузел, туалет, раковина, без проблем. Выполнен также очень красиво. Кухня получается, вот так вот она решила сделать такую маленькую стеночку, перегородочку слегка. Вроде получилось даже неплохо. Первый этаж полностью выполнен, получается практически теплый пол, за исключением только спальни. Плитка, как вы видите, уже подобрана также под именно вкус нашего клиента. Они у нас нестандартные, есть и другие. И прекрасный выход у нас получается на террасу. Терраса у нас тоже полностью уже готова. Она у нас утепленная. Поставлены вот такие вот как бы перила. Вроде получилось неплохо. Пойдемте дальше. Также, как говорится, проходим на второй этаж. Лестница у нас стандартная, бывают разных цветов. Очень хорошо позволяет светлому быть лестницу маршу. Это вот это окошко. После того, как мы попадаем на второй этаж, у нас здесь такой маленький как бы холл, и попадаем в спальню. Спальня такая уютная, выходят окна, получается, в огород, где прекрасный плодовитый сад. Обои также клиент наш заказал такой под себя, ламинат стандартный. Двери получились у нас вот такие вот светлые, хорошие, практичные. Вторая спальня. Сделан маленький здесь как бы уголок под телевизор, кровать, шкаф-купе можно поставить здесь. Ну, тона такие тоже светлые. Очень получилось даже и неплохо. Пройдем с вами дальше. Получается, здесь тоже видоизменил наш клиент полностью санузел. Он у него получился очень даже со вкусом. Мне нравится. Но что еще здесь очень интересно, это есть вот такая гардеробная, где наш клиент предпочел сделать именно с санузла вот такую гардеробную. Поэтому, что хочу сказать, если у вас есть в вашем видении какое-то изменение наших проектов, вы можете без проблем обращаться нам в отдел продаж. Мы всегда готовы выслушать, внести корректировки какие-то полностью по проектам, чтобы вам было удобно в этом доме находиться и жить. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем до новых встреч, пока!